Новый режим никаких замедлений существенно ускорит браузер Google Chrome. Разработчики браузера Google Chrome начали тестировать режим под названием Never Slow Mode, проще говоря, никаких замедлений. Функция пока недоступна в публичных сборках браузера, но может скоро появиться. Согласно описанию, это экспериментальный режим, который ограничивает загрузку ресурсов и динамическую обработку для стабильно быстрой работы. Проще говоря, это некоторый шаг назад, на самом деле интернет не начинает работать быстрее. Ради скорости браузер блокирует самые массивные изображения, видео, разного рода скрипты и тому подобное. Главным отличием между режимом Never Slow и многочисленными блокировщиками рекламы стал метод отбора контента для блокировки. Режим не блокирует рекламу как таковую, вместо этого учитывается трафик. Так, для изображений, таблиц стилей и скриптов устанавливаются индивидуальные и общие ограничения на трафик. Для одного изображения – 1 MB, всех изображений – 2 MB, одной таблицы стилей – 100 KB, всех таблиц стилей – 200 KB, каждого скрипта – 50 KB.